Всем доброе утро. Хочу вам сегодня показать двухэтажный дом, который находится на 5-6 береговой линии, немножко далековато от центра и моря. Но тем не менее, дом хороший. Дом у нас двухэтажный. Приходим, попадаем в небольшой дворик. Чуть дальше проходим зал. Зал вместе с кухней. Частично с мебелью, частично без мебели. Но тем не менее, домик неплохой. Кухонька небольшая. Холодильничек, комнатка и тут же туалет. Немножко, наверное, как-то некомфортно. Будет, мне кажется, большая влажность. На втором этаже две комнаты, одна закрыта, не стали показывать. Там живет кто-то. Туалет. Комната пустая. Абсолютно ничего нету. Такой мини-балкончик. Ну а там уже выше у нас чердак. Чердак, сушилка. Место для пикничка. Все по-разному называют. Дом чистенький, аккуратненький, но находится далековато, и цена немного завышена.